Границы Абакана будут расширены. Соответствующий законопроект сегодня поддержали члены Президиума Верховного Совета. Его внес городской совет депутатов. Столица получит землю за Северной дамбой, и там мэрия предполагает вести жилищную застройку. То есть в пойме Енисея в будущем вырастет целый микрорайон. Взамен территория аэропорта Абакан переходит к Калининскому сельсовету, что принесет дополнительные доходы районному бюджету. Я думаю, что одной из причин, что Усть-Абаканский район с Калининским постсоветом пошли навстречу чаяниям Абакана, именно как раз вот этот вот финансовый вопрос. Ну, это вполне нормально, когда к обоюдному такому согласию приходит муниципальное образование.